вот-вот надо добавлять в движение, еще раз скажу, усталость должна, ну, должна накрыть АЭК, потому что очень активно в протяжении всей встречи действовали гости, и в отборе, и в движении были хороши. Передача, удар головой, замыкание, и 3-2. 3-2 в пользу АЭКа. Ромес забивает. Ничего себе. Пошла-то вода горячая. Два забитых мяча автозаводцев за каких-то 5 минут. 70-я Глущенков и 74-я Ромес. Лисакович. Передача. Удар Мякиша. И Ромес на мяче. Мануэль Авон Ромес делает счет совсем уж